Всем здравствуйте, всех приветствую. Вот мы опять, как на малых реках северо-запада. Северо-запада. Пришли половить окушка. Окушки клюют? Клюют. Вот. Солнышко выйдет, может быть, и подойдет лещишка. Ну, посмотрим, как пойдет. Сейчас чайку попьем, да. Давай чай. Чай там? Да, чаек. О, ага. Вот ребята собрались серьезные. Давай чайку. А с чаем не чокается. Ну понятно. Так что, ребята, будем пробовать менять мормышки, менять снасти, опарыши. Может, на червяка. Как получится. Куница что-то тут клюет, непонятно, подтягивает. Не, у него, у тебя стоит. Ниса, пока нет. Вот поклевка. Так интересно, повело вниз, да? И против тяги. Пошел, пошел. У меня, да. Ну, я, в принципе, глубину намерил. Там я подальше чуть кинул. Объело, не? Кто тут рыбачил? Спросить бы их, а? Откуда знаешь? Сами, сейчас солнышко туда пригреет первым, пойдет сюда. Я думаю, кусок подойдет. Что в этом году все поменялось. Зима теплая. У меня-то там на леща пачка. Вот сейчас уголок мой перегреет, солнышко-то выйдет, я буду ждать. Хотя бесполезно, такие морозы, холода стояли. А что там, мы и не поглядели время, ну. Еще вода холодная, но обычно... Да, обычно в это время вода большая. Обычно в это время вода большая, сейчас маленькая, хотя для леща еще рано. Ух, хомуток. Ничего не поймали. Опачки, вот так. Ха, хороший. Хорошенький. Хорошенький. Хороший. Вот так мы. Ух ты. О, хороший. Опа, ничего, ничего себе! Хорошенький. Да. Хорошенький.
хорошая. Просто шикарная. Шикарный. Опа, чуть. Привязал крючок просто, блядь.